Команда Судана, как раз тот самый момент, друзья мои. Да, тот самый момент, когда остановился танк и потребовалась техническая помощь. Все под управлением представителей Кубы и Судана. Ну что ж, дорогие друзья, пока в третьем заезде завтрашнего дня Киргизия, Иран, Армения и Россия. Ну и закроет выступление завтрашнего дня Кувейт и Таджикистан. Болеем за нашу команду. Третий экипаж завтра будет принимать участие в танковом биатлоне. Ну что ж, друзья мои, нет, к сожалению, не открывает жалюзи, нет, вновь допускает ошибку экипаж Судана.